Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardasset Info. Сегодня я покажу, как на устройстве Oppo A2 сделать сброс настроек. Чтобы на данном устройстве сделать сброс настроек, нам будет нужно перейти в настройки. Здесь же в настройках будет нужно перелистнуть вниз и перейти в дополнительные настройки. Переходим в дополнительные настройки. Здесь же в самом низу создать отдельную копию, перезагрузить, сбросить настройки телефона и сброс настроек. Сбросить все настройки. Подтверждаем это графическим ключом, после чего все настройки у нас будут сброшены. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.